Приветствую вас и отношения для интимного времяпровождения имеют место тогда, когда присутствует неосознанная пока еще эмпатия, неосознанные пока еще чувства, стремления, может быть, даже любовь. И отвечая на ваш вопрос, основной, может ли привести влечение во что-то большее, он говорит, да, может, если оно длится уже достаточно прилично по времени, но также это может быть и привычка, то есть когда удовлетворяются те ваши потребности, которые сейчас вам важны, и когда они удовлетворяются в необходимой для вас значит, интенсивности, в необходимом для вас качестве, вы чувствуете то, что вам это нужно, и именно поэтому влечение далее может не приходить, потому что вы знаете, что человек в полной мере удовлетворит ваши потребности. И вопрос в том, чего вы хотите сами. Если вас устраивает то, что происходит сейчас, если вам нравится, как у вас строятся отношения, то тогда проблем нет. Просто наслаждайтесь тем, что есть, и смотрите по своим ощущениям, по эмоциям, по чувствам, как будет развиваться событие. Если вам не нравится, то тогда необходимо задать себе вопрос, почему вы строите свои отношения только для интима. Вы боитесь более крепких отношений, вы опасаетесь того, что это причинит вам боль, или есть какой-то еще блок, который не позволяет вам перевести отношения на качественно новый уровень, на качественно новый этап. И вот именно с блоком нужно работать, именно с тем, что вам мешает, нужно разбираться. Собственно говоря, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу, если вам мой ответ понравился. Сделайте лучше его, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и...